как вас каверить, блин. Будем всех рожать. Ты в какие-то моменты ловишь разные эмоции. Сначала удивление, потом вау, потом смеешься. Да. А мы сильные и независимые. Мы сами себе поставим. На плей нажали, все, можно начинать. Там все снимается. А такая там увеличь. Так не трогайте ни хрена, я ж читать буду. А, все, сорян. Hi guys, hi everyone. It's TBM, Russian cover dance team, and today we're watching a new group named Psychosy, and the title named Tokebuchi Tricky House. Hit it. ATS Production представляет. Сидишь такой с работы, едешь, тебе какой-то пацан пристал. О, дяде не понравилось. Блин, ты тут так классный. Ну, качай. Сколько? 9, 8? Мы сломали дядю. Я хочу такой кавер. Только если у тебя костюм. Да. Что вы за люди? За дядя? За дядя. По-моему, 8. Или 9. Нет, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В переднем ряду 5, а в заднем 4. Там еще за центровым, кажется, человек был. Да. 9 их. Дядя, ты ехал в метро, откуда у тебя такая машина? Засыпали, да это его приход, ты не поняла, что ли? Он сидит все еще в метро. Очень красиво. Блин. Или 10. Ну что-то для 9 слишком мало, много их. А ты этих костюмах тоже считаешь? Что сделаешь, чтобы не пасть в этот ком? Блин, а мы уже... Ладно. Вау! Да, 10. Швабры. Я швабры посчитала, их 10, да.
Нравится. Хорошо. Мощно, ярко, круто. Мне напомнили, ну опять же, не хочу сравнивать, просто ловлю свою ассоциацию. Мне напомнили Тильса Айльгу, которые Асура Бальбальта, вот этих вот ребяток, очень, для меня очень схожие вайбы. MCND тоже вот что-то перекликается с их стилистикой. Ну, это молодое поколение. Да, сейчас новички, которые появляются, они все примерно вот в каких-то таких вайбах работают. Да, но заходит, прикольно, да. Круто, мне понравилось. Достаточно дерзкий заход, ну, типа, мне очень понравились локации, и смонтировано очень круто. Картинка визуальная, прям мощно сразу выдали. И трек очень качает. Как будто фильм какой-то посмотрела. Реально. Mm-hmm. Ну, приятно смотреть, ну, нет такого, что тебе в какой-то момент надоело, ты сидишь такой... Да, не устаешь от трека. И тоже лично мое, но мне вот такое больше заходит, где тебе весь трек показывают 10 сладких мальчиков по очереди. Смотрите, это вот один, это вот второй, это вот третий. Ты уже на четвертом не понимаешь, кто это, показывали его уже или еще не показывали. Да, мне нравится, когда ты даже посчитать их не можешь. Ну, типа динамика, то есть здесь какой-то сюжет, видно хоряго, видно костюмы, видно концепт, а не просто, смотрите, у нас сладенький с этой стороны, здесь вот тоже такой вот кисло-сладенький, здесь вот чесночно-медовый там и так далее. Ну, короче, лайк. Люблю такое. Я не мешаю? Все хорошо. Я очень рада, что EU... Ну, дали такое начало хорошее. Ну, не KQ дали, а KQ само пришло к этому. Во-первых, я очень рада за ETS. И, во-вторых, конечно, вот подрастающее поколение, которое сейчас вот дебютнулось, это, конечно, вау. Во-первых, мне очень понравилось, что они еще до дебюта выпускали очень много практик и набрали уже себе маленький или большой даже уже фандом. Потому что очень крутые танцоры в плане, ну, ты смотришь, у них еще не было имени, ну, уже все они были на слуху, потому что действительно очень талантливые ребята, очень классные концепты, очень классные у них, я думаю, будут треки. Вот, очень приятно удивил клип, что действительно ты смотришь, и нет такого типа, ну, красиво, ну, вот, красивый мальчик, ты именно смотришь, такой, вау, что за трэш, как прикольно, смотришь, именно наблюдать за этим, ты в какие-то моменты ловишь разные эмоции, сначала удивление, потом вау, потом смеешься. Да, я посчитала швабры. Мне понравился концепт, мне понравился, хочется ждать от них дальше информации. И что ж вас так много-то, нас семеро, как и вас каверить, блин. Будем всех рожать. Ладно, все. Подписывайтесь, ставьте лайки вот этим ребяткам, нам не надо. Они крутятся, они красивые корейцы, да. А мы сильные и независимые. Мы сами себе поставим. Пойду поставлю. Bye.